выкинь его. Так, осторожно, осторожно, сейчас я убираю, я так держу. Ты убираешь? Кажется, да. Заряды обходим. Болтается чуть-чуть еще. 250 находится. Раньше закрылки уйдут. Раньше времени. Так, закрылки убираю, ноль. На втором 500. Поехали, левым, левый круг. Заворачиваем. На 150 будет. Так, крен чуть убери. Все, в горизонте идем, все, давай. А, держи. Сюда налево отвернем, окошечко нормальное. А кроме нас здесь нет никого в зонах такой, поэтому чуть пойдем. Но фактически по месту. Рисунок работает 500 тысяч. Давай с набором поехали. Такая чуть необычная велка, да? Ну да, легкая. Она не легкая, посмотри на скорость вертикальная. Хорошая. Ну, стандарт 13. Поехали, работаем здесь. Под облаками? Да, виражом влево сейчас. А у нас 1200 дали ограничение, но мы сейчас на фигурах-то почерпаем чуть-чуть, а так лучше не висеть долго. Обалдеть, Лёх, я все забыл. За вариометром не гоняйся, смотри, на ГД, смотри, поставь на ГД. Ага. О, да ты видишь, погнал уже чуть-чуть. Нормально. А, банкир, 44-260, предварительный. Сейчас, по магистральной, второй РД. По магистральной, второй РД. Обогрев ПВД включен? Да, 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 да. А их ли право?
сейчас набрать. Видел, когда такой сделал 29-й? Сейчас еще тебя возьму управление. Что, тебе плетаться, что ли, сейчас? Ага. Нормально по перекрёсткам всё, а? Нормально. Поехали, значит, показываю сейчас первое. О, 600 на этом самолете. И поехали. Поклинули, корректируемся. Нет, не задизайдируй, нормально. 200. Она затрясется, если ей надо будет. Чуть-чуть поэнергичнее, а то скорость по нём. И крен убирает. О, 600 вышли. Поехали, я помогаю, контролирую. Поехали, до 30 градусов, плавно. Дотягивай. Поэнергичнее. Вот здесь можно приотпустить чуть-чуть. Приотпусти. 150, не дергаемся. Поехали, плавно выбирай, плавно. Вот здесь поэнергичнее. Вот так, нормально едет у курсантка. Хорошо. Борка 45, поехали. 45. Фиксируем. Бочка влево. Так, поэнергичнее. И влево на крыло. А, скорость 300. Нормально. Ворочку добавили, в горизонте держим. О, долго здесь не висим, потому что мы видим, что нас выебут немножко за высоту. Помнил? Плохо вспомнил, ну нормально. А, нормально, крайне я почти не вмешивался, подсказывался. Повторим еще? А что будем делать? Ну, перевороты мы договорились, не делаем. Делаем, ну что, делаем петля, полупетля. Да, вперед разгоняем с пикированием. И смотрим, чтобы поинтов по сторонам не было. А то Сереги на работу тут пролетает, летает, блин, кругами. Да, побольше разгоняй чуть-чуть подальше. Разгоняем. А то у нас высоты много. Вот. Поехали, в горизонт, поехали, петлю. Энергичнее, это скорость будет маленькая. Вот здесь без фанатизма. Скорость, видишь, чуть занизили. Ага. Вот, из-за того, что недостаточно энергичный набор, сейчас протяни чуть-чуть. И поехали плавно. А, плавно. 260 на второй. Вот, догорай. По крену чуть ушел. На скорости выскочил. Поехали на полупетлю. Энергичный. Стоп, горизонту поближе, переворачивай. А, отлично, скорость 300. Да, снижаемся чуть-чуть, съебываемся с высоты. Да, мы с набором. Вот Л-29, который с набором пилотаж выполняет. У нас 2,5 километра. Вот я когда рассказываю, или в интернете пишешь, не верят. Да, хоть в упор не верят. А, ну давай, сам отведи душу чуть, полетай. Вот, поэтому по району особо не уклоняется. Без фанатизма, давай, по одного направления.